Всем привет, мы с вами Гоу, это я, если что, и сегодня у нас с вами такой влог. Ну, короче, не так много снега, как я думала. Я просто хотела сказать, что ноябрь я ненавижу от слова совсем, потому что мне обычно выпадает просто таки вот снег. И выпадает он не полностью, он выпадает какими-то кусочками. И это мне так не нравится. Прям у меня глаз дергается от этого. Пепси, пью Пепси за свою любимую девушку Настю. За самую красивую, милую. Мы репетировали номер, вот, в школе, представляете? Здесь я что-то решила поделать, и да. Ой, мы тут, короче, с Полиной. Вот. Полина смотрит как видосы. Вау! Надо их просто... Запикаем, короче, дельфинчика. Сижу на остановке. А, холодно. Холодно. Карасёнок, карасёнок. Just got off the phone with the girl who loves you too. Said you were... Еще завтра утром будет кое-какой интересный рецепт. Вот, из-за этого я сейчас куриное филе в тарелку. Бла-бла-бла. Теперь что мы делаем? Мы берем кусочек филе, обмакиваем его в желтки с белком, грушвице. Затем обмакиваем в муке. Снова в эту массу. И потом в сухарях. И вот такой вот куриный попкорн у нас получается. Ну, короче. Получилось вот что-то вот такое. Джессика! Собака пузатая! Я отсняла кусочек одного видоса, про который я говорила. Вот, я его отсняла. И сейчас пойду помогать бабушке на кухне с холодильником. Кайф. Забыла вам снять. Ну, я сходила погуляла сейчас где-то с 3 до, вот, до без 15, короче, полтора часа погуляла, вот. И сейчас я поем дома, соберусь на танцы, заряжу телефон, и я поеду на танцы, ура! Я на танцах! Бла-бла-бла! Я иду на остановку. Я пришла к бабушке, тут мои пыльные бутики-сидучки. Она спряталась под стол. Она любила прятаться. Да, Саша? Ага. Она любила прятаться. Короче, я у бабушки уже, наверное, сотый раз перезаписываю то, что меня хотят вот... Вот у меня вот тут вот есть вот такие вот люди... Из-за них я не могу записать видеообращение, вот. Короче, я у бабушки. Сейчас пойду домой. Я иду домой после бабули. Вот, наконец-то увидела своего братика и сестричку. Вот, я иду домой. Дома я просто буду кайфовать. Короче, буду просто кайфовать дома. Вот, не знаю, может быть, это и конец влога, может, нет. Но в любом случае еще прощение запишу. Вот. Ну что, всем пока-пока. Спасибо за то, что ты посмотрел этот влог. Надеюсь, следующее видео будет не через месяц.